Итак, сегодня 18 мая 2014 года. Санта-Сусана, прекрасный город, Испания. Объединенный чемпионат Европы по бодибилдингу среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. С нами сегодня портал islab.ru. Я Александр Тимошенко и президент Всемирной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса доктор Рафаэль Сантоха. Здравствуйте, господин доктор. Hello, мистер президент. Доброе утро. Доброе утро. У меня будет всего три вопроса, господин президент. Первый вопрос. Известно высказывание Бена Вейдера о том, что бодибилдинг – это не шоу, это спорт. Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание применительно к тому, что происходит на сегодняшний день. So I have three questions for you. First one, there is a quotation of Ben Wader that bodybuilding is a sport, not a show. How can you comment this quotation? Well, our founder was very right. In fact, we are an sport. We are an sport and we are a lifestyle. And this is proof by the dedication of our athletes. They train hard, they do the proper nutrition, and as well, they are leading a legion, millions of people that following their example, behave in a proper manner with a healthy lifestyle. Bodybuilding is the ideal anti-aging lifestyle. Here we are having the peak of the pyramid, our athletes. We are so proud of them. And yes, we are an sport for many reasons, but one of them very important for Europe is that next year, in the first European Olympic Games, our athletes are going to be performing in Baku. And this is going to be great for everybody, starting by the Russian athletes. We look forward to see you many times and enjoy the beautiful sport of bodybuilding. Конечно, нельзя не согласиться с основателем нашего вида спорта. Безусловно, бодибилдинг – это спорт. И я очень рад, что сейчас мы находимся на пике пирамиды, что наши спортсмены сейчас выступают на таком высоком уровне. И всегда приятно, что есть последователи нашего вида спорта, и наши спортсмены показывают собой, что нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, ходить в тренажерные залы, ну и вообще следить за собой. И в дополнение к этому, почему это все-таки спорт, хочу сказать, что в следующем году бодибилдинг будет представлен на первых европейских олимпийских играх. И в первую очередь будет также представлен спортсменами из России. Мистер президент, блестящий ответ на довольно каверзный вопрос. Следующий вопрос будет все-таки некоторые уточнения. Бодибилдинг у нас сегодня включает огромное количество классов, номинаций. Как президент Всемирной Федерации, вы можете все-таки выделить главное в бодибилдинге? Фитнес, бодибилдинг, women's physique, fitness woman, women's, men's physique, президент. Какие-то свои личные предпочтения, может быть, секретные имеет, к чему-то он отдает больше и уделяет внимание. Есть такое или нет? So very brilliant answer on such not an easy question. The next one is that there is in bodybuilding a lot of categories, nominations. Now there are plenty of them. But for you personally, which is the best one? Не как президента, как человека. As a president, as a just a watcher, as a human being. What do you like? What do you prefer more? Because we started with bodybuilding, yes, as a foundation, yeah. And now there are so many categories. What do you think? Very interesting question. I consider is the same song, the same music, with different letters. So we are talking about bodybuilding. We are talking about weight training and proper nutrition. And then there are different ways to interpret this. Maybe more in the way of harmony and symmetry, more in the way of extreme muscular bodies. But at the end of the day, this is bodybuilding. Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Конечно, ответить на него однозначно сложно, но это как одна и та же мелодия, одна и та же песня, только да, с разными словами.
Но основа все равно одна. То есть спортсмены представляют в первую очередь гармоничное телосложение, показывают свою физическую форму. Кто и как их интерпретирует, это уже дело лично каждого. Опять спасибо за блестящий ответ. То есть нормальный такой резонансный ответ для людей, которые будут смотреть наше интервью. Но все равно я в продолжении этого вопроса задаю следующий вопрос. Почему в Баку в 2015 году выбор пал именно на бодибилдинг и на фитнес, а не какие-то другие номинации и дисциплины? Thank you very much again for your answer. It was very distinct and very interesting. The next question that are going out from that one, the previous one, why in Baku next year the choice was for the category bodybuilding and fitness? Why not bikini, for example, not physique? Why exactly these two categories will firstly represent our sport at the Olympic? It was a decision of the Congress some years ago that our card of presentation for the Olympic family will go through fitness, combining a lot of physical skills, and that is why fitness is a great choice. And as well, bodybuilding, in this case, classic bodybuilding, high weight category, because these two disciplines are looking for a combination of grace, force, flexibility, emotion, and as well, the new concept for the new generation. So I consider this is going to be very much appreciated by the Olympic family, and this is going to be not only in Baku, but as well next November in the Asian Games for the Olympic program in Asia. Выбор пал конкретно на эти категории, потому что так было решено на Конгрессе. Фитнес, почему фитнес? Потому что это была самая так, интересная категория, там, где можно посмотреть и как спорт, так и шоу. Вот, где спортсмены могут показать все свои умения в акробатике, и в силе, в гибкости, ну и также, естественно, как всегда, в красивом телосложении. Ну и бодибилдинг, то есть это как основа. И также будет классический бодибилдинг, высокая категория. Вот, и это будет как концептом для следующего поколения. Вот, и это будет не только в Баку в следующем году, но уже в ноябре на азиатских играх. И я уверен, что олимпийская семья примет наш вид спорта, и им будет это интересно. Спасибо, господин президент, за интервью. Спасибо, что вы уделили достаточное время для того, чтобы мы могли вас извлечь из той атмосферы, в которой вы сейчас находились. Мы вас сейчас с благодарственностью отпустим на дальнейшую работу. И хотим пожелать вам крепкого сибирского здоровья. И хотим, чтобы процветали вы, и мы вместе с вами тоже процветали. Thank you very much for your interview that you have given us time, that we have picked you up from the competition. I want to wish you Siberian health. And, also for you and for all of us, good show, also health and prosperity. And enjoyment. Thank you, Татьяна. Thank you, Александр. Спасибо. С нами был президент Всемирной Федерации Бодибилдинга и Фитнеса доктор Рафаэль Сантоха. И с нами была очаровательная, непревзойденная филолог английского языка Татьяна Долгокир. О-хо-хо! Спасибо. Thank you.